Санкт-Петербурге задержали двух американцев, участников семинара по журналистике. Сотрудники миграционной службы сначала провели документы у всех иностранцев, гостей семинара, а потом увели с собой директора учебного центра Университета Южной Каролины Рэнди Ковингтона и руководителя Центра журналистских расследований в Новой Англии Джо Бергантино. Причина задержания в том, что американцы якобы неправильно оформили визы. Больше в миграционной службе ничего не комментируют.